Здравствуйте, спасибо, что зашли ко мне в гости. Я думаю, вам будет интересно посмотреть размножение эпифилума черенками. В прошлый раз мы подготовили черенки. Значит, плоский черенок. Снизу мы заострили немножко его. Значит, трехугольный черенок. Этот я обрезала верхушечку тоненького побега. Уже с готовыми корешками воздушными. Посмотрите, сколько здесь отросточков и воздушных корней. Значит, мы полностью так и посадим этот черенок. Уже готовый будет у нас цветок. И вот у нас, видите, наклонился отросточек у меня в соседний горшок. Вот корневая система уже развилась здесь. И маленькие отросточки уже там есть. Уже готовый черенок. Значит, заготавливаем 5 емкостей на дно. Добавляем дренаж, сверху засыпаем грунт. Значит, грунт заполняем где-то наполовину горшка, так как кактусы не любят больших емкостей. И аккуратненько заглубляем где-то на сантиметр наши черенки подготовленные. Они предварительно уже высушены в течение 2 дней. Значит, так, аккуратненько, чтобы не поломать. И немножко утрамбовываем грунт. Значит, этот черенок мы будем вниз сажать воздушными корнями. Вот они готовы на конце. Поэтому вот так переворачиваем, не срезом, а воздушными корнями. Так, вот так. Следующие, вот так аккуратненько утрамбовываем, чтобы корешки не нарушить. Так, следующий берем черенок, значит, с готовыми корешками. И мы его положим и сверху присыпем грунтом. Так как там корешков много, попробуем, как у нас получится. Проэкспериментируем, сколько он даст отросточков, как он разрастется. Так, аккуратненько, аккуратненько, чтобы не поломать. И последний, пятый, мы сажаем уже готовый с корневой системой, с отросточками, который вырос у нас в соседнем горшке. Аккуратненько опускаем корневую систему. И аккуратненько, аккуратненько, корешки очень нежные, тоненькие, чтобы мы их не повредили. Так, утрамбовываем аккуратно. Можно слегка еще сверху, ну, здесь мы вот так все нормально, слегка землей сверху подсыпали. Так, теперь сверху подсыпаем песком, где-то на сантиметр, чтобы наши черенки более устойчиво стояли, грунт легкий, и в то же время будет сохраняться влага. Песочек не даст испарению так происходить. Так, подсыпаем каждый горшочек аккуратненько, подготавливаем. Так, не спешим, аккуратно. Так, и сюда насыпаем. Так, теперь мы слегка, ну, обычно говорят, что не надо в течение 2 дней поливать, но я немножко слегка обязательно побрызгаю. И в течение недели буду брызгать каждый день свои саженцы, чтобы они хорошо, комфортно себя чувствовали. Значит, через неделю я каждый из горшочков поставлю в поддон, налью немного водички, оставлю на полчаса. Так, если через полчаса водичка в поддоне осталась, эту воду обязательно надо удалить. Она будет лишней. Цветочек за полчаса достаточно возьмет, сколько ему надо водички. Больше ему не надо. Это кактус. Не заливайте, пожалуйста. Вообще цветы не надо заливать. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.